Привет всем, с вами Анатолий, барыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жар.ком. Я сегодня нахожусь в Новосибирской области, в СНТ. Вот, тут находится дом, тут находится хозяин дома, монтажники. Вот хозяин дома, вот монтажники, вот известнейший человек новосибирский Евгений из компании Farnax. И этим роликом я открываю серию роликов, я надеюсь, о том, как монтажная организация делает монтаж печей там, для дома, для бани. Сейчас будет происходить процесс обжига печи. Давай пока посмотрим, что будет отапливаться, сколько квадратных метров. То есть тут два этажа, да? Да, здесь два этажа, 6 на 5, как я уже говорил, разделенная практически пополам. Здесь основная комната, то есть кухня и обеденная зона. Здесь спальня. Топится печь, как видите, идет прихватывание краски, но ее еще топить и топить. У нее очень хорошая частота выхлопа, так скажем, поэтому она имеет европейский сертификат. В это время происходит вот сборка элементов. Да, вопрос. Скажи, ты ОМК много монтируешь? Да, наверное, третья часть монтажей, как минимум, приходится на ОМК. Происходит вот тут сборка элементов. На хомуты все сажает. Антон Михайлович уже примеряется. Раскладку плитки, чтобы понять, как он ложит, что пилить, что не пилить. Как ставить будете плитку? Прямо на пол или там с подложкой, или как, чего? Будет использован гипсоволоконный лист. Гипсоволокно очень плохо проводит тепло. Это будет служить также изоляцией. А на какой будете сажать клей? Или там? Термостойкий Геркулес. Термостойкий Геркулес. Сейчас будет... Распил, пропил. Вот рулетка. Вот все, вымерен квадрат. И сейчас будет, я считаю, самое интересное. Это распиливание. Торжественный момент. Я на самом деле ждал, что здесь будет проводка и тебя током долбанет. Тут уже произошел вырез. Появилось техническое отверстие для монтажа проходного узла. Короче, дырка, в которую будет втыкаться дымоход. Ну тут комментировать что-либо излишне. Монтируется пол. Сейчас разметка сделана с той стороны. Квадрат. И сейчас будет, наверное, распил. Но потому что материал хрупкий. Тут микроконтроль нужен. Как в компьютерных стратегиях. Вот из нарезанных кусочков создается мозаика. И скоро, я чувствую, будет класса плитка. Примерка была произведена. Вот это вставилось сюда. И все вроде вставилось. Нормально. Давайте пока посмотрим в отверстие сюда, что происходит. Бог в помощь, странник. Ой, как ты ровненько-то все. Вот это мастер-класс.
дело подходит к концу. Осталось положить верхний ряд. Происходит процесс подтыкивания базальтина. Материал вообще суперский, сейчас я вам покажу. Чистый базальт. Чисто базальт, офигенный материал. Пойдет он, наверное, на набивку проходного узла в том числе. В том числе, да. Вместе с фольгированной ватой использую базальтовую вату. Сюда поднесли всякие модули. Очень хороший модуль, мне этот нравится. Вот он. Вот он. Вот так вот. Вообще класс. Сейчас ее будут примерять, нацеплять. Примерочка. Вообще класс. Прямо тютелька в тютельку попали. Идет процесс у кого-то закрытия, а у кого-то наоборот будет открытие отопительного сезона. Вопрос, почему ты забил все базальтином, а не оставил вентилируемый проходной узел? А, потому что если не будет утеплителя, то тепло из дома будет выходить, это будет точка промерзания. А труба сильно перегреваться не будет? И ничего с ней такого адского не случится? Разбираем, периодически смотрим. Труба нагревается в этом месте больше, чем в другом. Ну, как бы не критично. Все-таки это самое. Здесь утеплитель вермикулит. Поэтому я думаю, он не испекется при этой температуре. И даже то, что если там будет перегреваться, ничего с ним не случится. Кстати, да, ты прав. Вермикулит, да. А вот в доме уже видим фартучек. Все, вот, красиво. А вот уже воткнут тройник, опорная площадка. Все выравнивается по уровню. Затянуты хомуты. Юбочка. Опорная консоль должна опираться на какую-то опору. Вот, собственно говоря, идет монтаж опоры. Так, сейчас идет еще одна опорная консоль. Ну, не опорная консоль, а просто кронштейн. Для большей прочности. Все и везде стягивается на винты, чтобы все было долго и надежно. И я просто жду этого зрелища, когда дымоход все-таки будет без участия подъемного крана смонтирован вот сюда вот. Ребята вообще красавчики. Но самое сложное впереди, еще две. Идет примерка ветровой растяжки. Он тоже все по уровню делается. А вот она, технология, сейчас увидите монтажа. Как всего лишь с лестницами вытянуть еще. Черт знает, насколько дымоход. Еще какие-то дымоходы. Да. Несмотря на ливень. Вот так вот на плечо закидывается. Господи, господи. Это не люди, это титаны, это сибиряки. Я такого не видел. Села? Охренеть. Охренеть. Что он творит? Ему надо выступать на шоу «Мы ищем таланта». Это вообще нечто. По высоте вообще идеально. Просто супер.
просто вот. Первый рожек хозяйский. Тан-тан-тар-дар-ран. Ну все, закрываем. Открываем. Давайте еще раз пройдемся по основным деталям. То есть здесь у нас опора. Очень хорошее расстояние до пола. Заслон, заглушка вот эта на саморезах. Хотя можно на хомутах, но это ерунда для заглушки. Если будет большое количество конденсата, это просто все снимается и вытряхивается. Проходной узел сделан отлично. Все стянуто, максимально укреплено. Ветровые растяжки поставлены. Ребята, я могу сказать с чистой совестью, от сердца, по-моему, оно слева. Нужен монтаж печи. Обращайтесь к ребятам. Фарнакс. Сайт снизу. Правильно? Правильно?